Уважаемые родители, дорогие ребята, сегодня, конечно, для нас огромный праздник. Сегодня мы открываем школу, школу 21 века. Предлагаю, чтобы ленту перерезали наши дети. Ну что, начинаем? Так, раз, два, три, поехали! Ура! Давайте побежали, а то замерзли. Ну что скажете, ребят? Как зал? Файлый. Потрясающий. Слушай, вот это зал. А бом, смотрите, какой. Я капитан баскетбольной команды Косковской школы, Шаров Егор, 9 класс. Мы просим вас, чтобы вы расписались на этом мяче, и этот мяч мы передадим в музей нашей школы. Историческая дата. 12-11-18 год. Первый баскетбольный матч в истории этой новой школы. Да? Товарищескую встречу проводим. Товарищескую встречу. Да, между командами. Нет, все равно на счет надо играть. Юбский девятиклассник обязательно. Да, на счет, на интерес. Так, ну что, как вы думаете, кто победит все-таки, а, ребятки? Кто? Сильнейший. Красавец. Спортзал отличный, школа отличная. Ну что сказать, все отлично. В каждый из стаканчиков я буду добавлять хлорид железа. Несколько капель. И мы видим, что у нас появляется ярко-зеленое окрашивание. Это говорит нам о наличии витамина А в сливочном масле. Берете кефир, так. Соответственно, произведенный у нас. Так, это Вологодский. Это Великоустюг. Это Великоустюг. Да, это Великоустюг. Это так, ставим. И отпускаем датчик. Так, отпускаем датчик. Вот сюда поднимаем. Угу. Так. И смотрим на так. Доску. Где? И смотрим, какая у нас среда. Среда соответствует да. кисломолочным продуктам. Все. Все сразу видно. Качество великоустюгского кефира изумительное. Да. Исполнение поручения Сграмсовета. Исполнение поручения губернатора Вологодской области, администрации Кимзагорецкого района во главе с главой департамента образования. Значит, поручение обеспечить начало учебного года с 12 ноября исполнено. Вот так вот должны исполняться все поручения с градостроительных советов. И печать исполнена. Такой раз. Я безумно рада, что построили новую школу, потому что у нас будет очень много новых возможностей, так как появились новые цифровые технологии по сравнению с тем, что было раньше. И теперь все будет круто. Ребята, желаю вам, чтобы вы получили здесь хорошие знания, и чтобы вы выбрали здесь свой жизненный путь, основываясь на этих знаниях. Это новая школа. Это окно возможностей. Вы это окно сегодня открыли. Теперь будет все зависеть от вас. Поздравляем вас. Удачи вам, ребята. Можно нам сфотографироваться? Давай. Всем селфи. Так, все? Всех видно? Еще давайте.